Привет всем! Вы на канале Вязание и я, Светлана Садыгова. Сегодня будем продолжать вязать мокасины, тапочки на девочку 3 года. По подошве длина идет 15 сантиметров. Это у нас будет 3-й урок. Так, мы на предыдущем уроке сделали на подошву, мы сделали подстилку. Теперь мы будем продолжать сейчас вязать уже белыми нитками 2 ряда. Так, мы присоединяем белую нить. Так. И вот так мы присоединяем, как мы говорили тогда. Так, и теперь мы вяжем столбик без накида. 1 ряд сейчас. Когда второй перейдем, я вам скажу, мы будем убавлять немножко, уменьшать петли на носки, на пятки. А сейчас вяжете без уменьшения полностью в каждую петельку столбик без накида. Так провяжите, у нас здесь 84 петли по краю. И последнюю петлю мы делаем соединительной. Каждую петельку. Так, вяжем. Так, вы провязали этот ряд. Это у нас 4-й ряд. Теперь последнюю петлю мы соединительной петлей соединяем. Сейчас еще раз показываю. Таким образом. Так, теперь вяжем мы 2-й ряд белой нитью. Получается 5-й ряд у нас. Мы будем на пятке и на носке уменьшать немножко петли. То есть мы это будем делать через 2 петли, следующую будем пропускать. Так, начинаем. Давайте для начала поставим маркеры, чтобы вам было удобнее и было видней. И я буду вам показывать тогда. Будет тогда отсчет лучше вести. Так, я поставила вот маркер на пяточке, смотрите, с одной стороны и с другой. От маркера до маркера тут 14 петель. Так, теперь начинаем вязать. Это у нас 5-й ряд. Мы одну петлю пропускаем, где маркер, в следующую петлю. Сейчас я его ниже вколю. Вот. Так, одну пропускаем, следующую. Столбик без накида. Теперь вяжете 2 петли. 1, 2, 2 столбика без накида. Теперь опять пропускаете следующую петлю, через одну провязываете теперь столбик без накида. Теперь опять 2 петли, 1 столбик, 2 тоже столбик без накида. Теперь одну петлю пропускаете, в следующую вяжете. И так вяжете до маркера. Так, столбик без накида раз еще и второй. Теперь пропускаете одну петлю и в следующую вяжете столбик без накида. Так, теперь опять раз. И где маркер? Сейчас его тоже ниже мешает. Провязывайте столбик без накида. И теперь мы тоже сейчас здесь спереди, где носочек, тоже отметим маркером. Так, теперь да, мы отметили и впереди вот два маркера, между ними от одного маркера до другого 18 петель. Центр находите и отмечайте. 9 сюда, 9 сюда. Так, теперь продолжаем вязать. До маркера до синего провязываете столбики без накида. И точно так с этой стороны. А в этой части мы будем тоже делать уменьшение. То есть через 2 петли одну пропускаем, вяжем. Так, вяжем столбик без накида до синего маркера. Так, дошли мы до синего маркера. Теперь мы начинаем вязать, убавлять, сокращать петли. То есть вот напротив синего маркера у нас мы одну петлю вот пропускаем ее, следующий вяжем столбик без накида. Так, теперь опять вяжем. Один столбик, второй столбик, теперь пропускаем одну петлю, следующую вяжем столбик без накида, теперь опять один столбик, второй столбик, теперь опять одну пропускаем. Теперь следующий один столбик, второй столбик без накида, следующий пропускаем и вяжем столбик без накида. Опять один столбик, второй, пропускаем одну и одну вяжем столбик без накида. Раз и два. И теперь вот маркер мы опять пропускаем. Одну петлю провязываем столбик без накида. И дальше провязывайте до зеленого маркера столбик без накида. Так, мы довязали до зеленого маркера. У нас получилось, высоту мы провязали 5 рядов, 2 бордовых, 1 синий и 2 белых. Так, эту нитку можно уже отрезать, потом ниточку спрячем. Вот, конец. Так, отрезаем нитку. И теперь приступаем к вязанию передней части. Вот как здесь. Сейчас мы будем вязать переднюю часть. Находим центр. Центр у нас легче уже найти. Так, маркеры я тут поснимала впереди. Вот мы нашли центр. Середина. Так, и впереди сейчас будем провязывать 6 петель, 6 столбиков без накида. Вот я сюда вставила от этого центра сюда 3 петли, сюда 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, вот мы провязали 6 рядов без накида. Так, следующий ряд вкалываем теперь рядом петлю, провязываем столбик без накида, поворачиваем. Повернули, теперь дальше вяжем. Все вяжем столбиками без накида. 2, 3, 4, 5. 6. Следующий вяжем столбик без накида, будет 7. 7-ю соединительную петлю провязали. Так. Следующие так, дальше вяжем каждую петельку 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 и следующее сюда цепляем 8 и провязываем. Так, не провязали. Так, и провязываем ее соединительной. Соединили. Так, поворачиваем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8. Следующее провязываем 9. 9 петля. Так мы будем. И так будем добавлять по краям петли, пока не будет у нас на спице 13 петель. Продолжаем вязать. Так, вот у нас на спицах вот здесь 13 петель. Теперь эти 13 петель мы будем вязать, продолжать вот сюда вот высоту 6 сантиметров, вот как на этом, как и здесь на левой, вот 6 сантиметров вот сюда. До этого мысика будем продолжать вязать. Так. Так, поворачиваем и вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Двенадцать и 13. Так, 13 петель. Эти 13 петель добавлять, чтобы вы не добавляли, не ошиблись. Теперь мы будем цеплять за каждую петельку вот таким соединительной петлей по краю. Смотрите, вот мы цепляем сейчас сюда и провязываем соединительной петлей вот так. И дальше продолжаем вязать. Опять повернули. Так, одна петля у нас есть соединительная. 2, 3. И 13. Так, провязали мы 13. Теперь мы цепляем ее за следующие, тоже соединительной петлей. Вот захватили, теперь опять поворачиваете. И так, как я вам показала, будете вязать вот от нашего маркера и вверх 6 сантиметров. Так, вот мы провязали уже переднюю часть мокасин. Тут у нас 13 петель. Вот начинали с 6, тут добавляли до 13 петель. Так, теперь получается, что мы этот маркер можем снять. И теперь здесь провязали мы 6 сантиметров. Вот отсюда до сюда. Так. Или можете посчитать, чтобы вам легче было. Вот где маркер был, от маркера по вот этим. Смотрите, по вот этим беленьким. 17 штук. Или вот так длину 6 сантиметров. Так, теперь продолжаем дальше вязать. Теперь мы будем по кругу провязать. Сейчас мы будем вот так вязать по кругу и обратно. Столбиками без накида. Здесь у нас осталось 42 петли. Начинаем вязать. Так, воздушную петлю провязали. И теперь вяжем столбик без накида. Так, в каждую петельку. Так, маркер можно снять. Вяжите по кругу до этих пор. Так, вот мы довязали уже до этих пор. Теперь последнюю петлю мы провязываем соединительной. Все, соединили. Поворачиваем и вяжем дальше в обратную сторону. Воздушную петлю сделали одну. Так, теперь столбики без накида. У нас 42 петли уже. И так вяжете вот до этих пор. Итак, вяжем высоту 2,5 сантиметра. И при этом, чтобы вы не соединяли этот мысик с боковым, должно быть вот таким образом. Вот. Потом хлястик сюда вот такой сделаем, перепоночку. Вот. Все, на сегодня хватит. Перейдем к следующему уроку завтра. Спасибо за внимание. Благодарю, что заходите на мой канал. До свидания, до новых встреч.